копытца? И на чем у микрофона провода? Почему здесь эти лица? Что вам дома не сидится? И вообще, зачем приперлись вы сюда? Почемучка, почемучка, милый мой, как-то не будет скучно мне с тобой. Кто вопрос сможешь ты задать, подряд? А в глазах твоих фонарики горят. Почему в очках Киреев? Почему такой Сергеев? Почему Митяя снится иногда? Орешка! Мещики поют дуэтом, может, спят они валетом? И какая у Тарасова жена? Если Петя Старцев. Ой, беда! Почемучка, почемучка, милый мой, никогда не будет скучно мне с тобой. Сто вопросов можешь ты задать подряд, а в глазах твоих фонарики горят. Сто вопросов можешь ты задать подряд, а в глазах твоих фонарики горят. Ребята, пока учусь я в первом классе, теряю время понапрасну, как долго тянутся уроки, здесь не запустишь самолетик, не поиграешь с Сашкой в шашки и не запустишь промокашкой. Нам объясняют популярно, что и чему перпендикулярно. Ах, какая скука, эта школа, ничего не в мире лучше дома. Можно под столом петь громко песни, можно во дворе играть в индейцев. Будучи мальчуком или команчей, красноносый дворник от меня заплачет. Заберется племя Сашка с Лёшкой, ух, мы им покажем, эти бледнокожие. Мы во двор выходим, как поиграть немножко. Эта школа, ничего нет в мире лучше дома. Можно под столом петь песни, можно играть в индейцев, можно и вообще делать все, что угодно. Когда бабушка спит. Да? Такая пешая туристическая. Там такие слова еще из «Пять ребят у костра поют». Знаете, бегемотик Вова. Вот, подпевайте. Лабадабам, лабадабам, лабадабам. Лабадабам, лабадабам, лабадабам.
был бегемотик по имени Вова. Дружил он с жирафом, слоном и коровой. Любил он купаться и ездить с Тимон. Но только одно огорчало его, что был он малюсенький, ростиком сдвинул. Мартышки, дурнушки, смеясь, говорили, что маленьких нет таких, даже в кино. Ла-ба-да-бам, ла-ба-па-дам-пам, ла-па-дам. Потом с табуретки попрыгнул он. Хотел стать скорее таким же, как слон. Или хотя бы таким, как корова. Но вдруг прилетел в зоопарк вертолет и громко спросил: где живет бегемот? Больших покатать не могу, извините. А маленьких можно кровать? Ой, можно! Ла-ба-да-бам, ла-ба-ба-дам-бам, ла-ба-дам. Так пришел бегемотик и пел. Жирафа, слона и корову, подумал Владимир. А издалека, они же такие же точно, как я, ростом. Летит в зоопарке табличка отныне. Живет бегемотик весь ростиком сдынем. А если большого увидеть хотите, не бойтесь и ближе к нему подойдите. Ла-ба-да-бам, ла-ба-ба-дам-бам, ла-ба-дам. Ла-ба-да-бам, ла-ба-ба-дам-бам, ла-ба-дам. Ла-ба-да-бам. Ну что, ребята, давайте споем такую очень детскую такую песенку. Нежную. Нежную. Про любовь к детям и животным. Родители все узнали и запретили им
лодку, долго по берегу гнались, да побережье реки. Видя такое дело, Машу Митяйка обнял. И на прощание не смело в губы поцеловал. Ярота, ярота, яра тут и яра там, яра там, яра там, яра тут и яра там. Вместе они обнялись, бросились, догонай. Вот так и погибла Маша и Биг Мухамедов Митяй. Вышла луна из-за тучи и озарила мост. Как надоел ты, вонючий, национальный вопрос. Thank you.
не так это все. Варяг стал мистер толстый, пирожок с капустой. Курят папиросы, чтобы ему пусто. Полетел аквал, черный в калоши. Он такой веселый. И такой... Мальчики, не клюйте, не надо. Обманет. А я бы напрямую вырваться из круга, сбросить себя в барую, что так держит туго. Тише, мышь. Кот на крыше, а котенок еще выше. А в саду сова летает, серых мышек поджидает. И в подвале, и в чулане мышеловки зубы скалят. Так что вы сидите, мышь, чтобы кот вас не услышал. А мышонок? Мимо печки. Ух ты! Мимо кошки. А крылечко? А с крылечка? На речку! На зеленую! На щечку! Он побежал! Надоело дома сидеть! В дырку смотреть. Так ведь можно в жизни ничего не успеть. Свободу, россияне! Но мышонок в орешке на зеленой дощечке греб мышонок веслом, а рулил он хвостом очень смело. Удивленная кошка смотрела в окошко. Чего вы хлопаете? Не умела? Ха! А как хорошо, что не умеет плавать кошки, просто повезло. Хотя я сам боюсь немножко, это ничего. Подальше только бы меня унесло. Буду плавать вдоль по реке, будут кошки завидовать мне. А как только плыть надоест, убегу я из лодочки в лес. Молодежи мы поговорим сейчас. Вот. Молодежь, проблемы есть? О курении, значит, об алкоголизме. Проблемы это, нет? Это все неправда, нет? Это вот нехорошо. Не будут. А наркомания, это вот как вы боретесь с наркоманией? Говорит, нехорошо, нехорошо, да, вот так говорите, да, это все неправда, Билет. Вот, вот. В общем, нормально физиологическое действие. Танцуем все. Кто вот смотрит? Так, вот так, вот так. Ну что, трудно, что ли, вот? Ну хотя бы ручками, вот ручками, ну-ка давайте вот ручками все вот так. О, нормально. Шалала, 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 шалала. Зачем, ребята, они
нюхать, растворитель. И деньги отдавать за анашу. Ко мне вы лучше в гости приходите. Дешевый способ кайфа покажу. Шипкий стул, шалара, шалара, шалара. Шипкий стул, шалара, шалара, шалара. Шипкий стул. Вы по глазам махнешь килогорошку. Потом пойдешь по улице гулять. А в голове шумит, шумит немножко. И ни к чему мне водку выпивать. Жидкий стул, ручки. Шалара, шалара, жидкий стул. Шалара, 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 шалара. Я стал красивый, толстый и здоровый. Ко мне ни гриб не спит, не пристает. Одной рукой валю за хвост корову. И в этом несомненно мне помог. Жидкий стул, шалара, шалара, шалара. 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 Никого в квартире нету. Как? А я? Очень скучно одному. Даришь мне сейчас ракету, что ли? Ракету! Полетел бы на Луну. Наливаю вам воду, о, придумал. Ха-ха, поиграю в корабли. Эх! А потом и сам залезу. А давай вместе, а? Уйди, не пускаю пузыри. Бум-брум, бум-брум, бум-брум. Говорила же тебе. Как прекрасно петь с балкона, очень громко я пою. Я-я-я-я-рам, ла-ра-ра-ра-ра-ди-дам. Вот узнают все соседи, тетя Валя, дядя Петя. Очень скучно одному. Нарисую я цветочек. Цветочек. Синей краской на стене. Мама будет очень рада. Ага. И тебя погладит. Погладит. Ах, как жаль, что прячут спички. Я устроил бы салют. Облака из занавески, вот из этого. Ага. Самотерию я порошу и прыгнул. Пластилином кинул дядя, а он сказал тебе хулиган. Что, я хулиган? Ну, да. Да. И ты? Да мне просто делать нечего. Слыхали. А потом пришел Сережка, поиграли мы немножко. Ой, попа! Попа! Жоп, ой. Попадет обоим нам. Нельзя ставить слово. Шалала, шалала. Чуя жиль. Голова-то не болит, нет? Ничего не болит? Ну да. А мальчик там курит, а? Ой, курит, сидит. А? Не кури. Ну, куришь-то? Куришь-то, ну, кого-то тут жидкий. Плюнь. Еще плюс ко всему. Да? Так на них, на нас-то давай, посмотришь, Клав... еще Клавдия. Не должен будет. Ась, давай, мочи. Не говори. Торшер, горит. Здравствуйте, Алисе. Ой, в спине скребут свет, что ли? В рюмочках коньяк налит. Да, свиданий, Сэм. Думаешь, откуда? Чего? Нового-то посуда. Ты к соседкой этим гостям дорожи? Да, поправить скатерть. Ага. Да вздохнешь, не кстати. Отмутилась? Шлиотры наши! Нет? Ничего не смущает, ты же молодежь, нонче. Он мужчина-то разведенный. Так и она разведена. Что тут говорить? Правит нами век казенный, и не их это вина. Некого винить. Тот был. Первый гвардый. Правильный был, твердый. Ну да бог ему, судья-то был бы жив. И, конечно. Верность уменяет. А дочка-то у ей подрастает. И пустяк, что не наточены ножи.
оно пустяк, а жизнь светла. А помнишь молодость, а? Как забыть-то? Пахла наволочка снегом, крышика была вода. Плащ? В углу висит. Теперь ты глухая. На проспект спускалась с неба к нам зеленая звезда. О, позднее такси. А, далеко до сходни. Не уйдет сегодня. Да он бы мог совсем остаться, да и жить. Все не так досадно. Может, жили б скратно. Да дали все эти чертовы наши. Может, жили скромно, задались вам эти чертовы наши! Подождет. Это у вас подождет, а у нас сыни. Это у вас-то подождет. Да они вот кто были на той скоренный бульончик, ты сам кушай, господи. Кубики, понимаешь, бросает тут. Жуй, мол, детка, поправляйся. Песня выпускников 222-го детского сада для особо одаренных детей. Она уже коробочку как солнышко. Мы твои лучи. Быть людьми хорошими. Куда ты? Ты нас научи. Дорогие воспита, мы вам очень благодарны. Вы нам сопли вытира, а рукавами наших плат. За обедом нам всегда наших порций не хвата. Потому что вы всегда дорогие воспита. Да-да, дорогие воспита. Мы секрет не разболта. Но пока вы дружно спа, а вы сбегали навсегда. Наши бабушки и ма, каждый год 8 ма, и на все другие прав, на подарки сами раз. На влажной лежал простыне, в шаре духоте, и от нечего делать я пальцы считал на ноге. Вот третий, четвертый, вот пятый, потертый, второй и немытый, большой. Вот руки, на них все в порядке, как палец свой символ мизин. Мизинец для уха большой, для ратуми и для бижутерии три. Ага, мизинец для уха большой, для раздуми и для бижутерии три. О-хо! Подумал я несправедливо, у всех есть свои имена. Лишь милые пальцы на ноженьках длинных растут, как в лесу сирота. Да. Тальковский, Баранов, Диштыни, Суханов и самый застенчивый я. Хо-хо! Тальковский, Баранов, Диштыни, Суханов и самый застенчивый он. Я на ноги глянул победно, и все получили сполна. Никто не забыт и ничто не забыто, у всех есть тебе имена.
Митяев, Киреев, Егоров, Сергеев и самый талантливый я. О-хо! Митяев, Киреев, Егоров, Сергеев и самый талантливый мы. О-хо! Дождем из серебра, и ночь уходит прочь, и ночь полна добра, с нуждой шагая рядом, в долгах, как и в шелках, они всем дарят радость, застершийся пятак. Балаганщики, балаганщики, за совесть и за страх, они в сплошном движении, до боли в позвонках, до головокружения танцуют и смеются, и ходят на руках, загнав свою тоску под шутовской колпак. Балаганщики, балаганщики, а как долго, долго и надолго все останется пред взорами зевак, усунувшую деревню ночной обнимет мрак. Но долго будут цениться раскрашенные лица, что могут веселиться под жанром запятак. Балаганщики, балаганщики, дорога поворот, фургон бросает тень. Кто знает, где найдет их завтра новый день. Они уходят прочь, они уходят прочь, они уходят в ночь, балаганщики.